Привет, ребята! Продолжаем проходить. Ну что у нас? Леон, глава 4. Место крушения самолета. Сложность ветеран. Так, ну что ж, в следующей серии мы с вами встретили Джейка и Шерри. В общем, да, давненько я не играл в Resident Evil 2. В общем, Шерри, она откуда? В этой части она заражена вирусом. Короче, в ней он спит какой-то, и, в общем, она его реагирует. А Шерри вообще дочь ученых родителей, в общем, и дела. Которые изучали вирус G, их убили агенты... В общем, спецназа там какие-то. Вот такие, в общем, как я попутал в первый раз, думал, это Ребекка. А нет, это Шерри со второй части. Погнали. Так, что у нас здесь? Все по умолчанию. Онлайн закрываем. И вперед. У нас там где-то только-только мы прилетели на таком самолетике. Босс был нехилый, кстати. Так, заставочку мы уже с вами попросили смотреть. Так, опять что ли? Я же его уже убивал. Блин, игра не сохранилась. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну ладно, тогда еще разок. Блин. Босса мы уже убивали. А почему игра? Да игра же сохранилась. Ой-ой-ой, попробуем. Так. Ладно, хорошо. Понеслась. Да, его спасла Клэл Лео. Где она где? Блин, странно, а почему не сохранилась-то игра? Вот это прикол. Вот это прикол. Блин, так, собираю. В общем, я тут много, помню, лута набрал. Таким же макаром, короче, начинаем действовать. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, вот тут слышно вниз. Оч! Блин, ну а что ты за мной-то, а? Вали от меня. Оу! Оу! Ё-моё! Так, что-то как-то я неудачно начал. Первый раз было попроще. Ох ты, блин. Ох ты, блин, что он делает-то? Ты в порядке? Да нет, я не в порядке. Отпусти нас. Зато пересмотрим построение мать учения, да не говори. Ой, просто жизни у меня нету, я их копил тут. Короче, валим отсюда нафиг. Иди сюда. Сюда иди. Иди сюда, родной, иди сюда. На, держи, говно. Так, ладненько, добро. Так, с этой стороны тоже так же лучик был. Я помню, не мог здесь наверх забраться. Так и не понял, как забраться наверх. Ну что же, пока непонятно. В общем, валим эту мразь. А, вон он наверх запрыгнул. А как он наверх запрыгивает? Вот здесь вот. Мне вот интересно. Там вот лучик есть. Все, готово. Да, валим, короче. Тут сейчас будет прикольно. Так, нам сюда, да, сюда. И эта тварь сейчас придет, оп, но в улучшенном виде. Так. Ты в порядке. Легкая прогулка. Так, у нас здесь есть ящики, я это помню. Друзья, как на стриме дела со звуком, все ли хорошо? Так, тут надо нам сейчас будет автобусы делать. А, погодите, я лутик слева, по-моему, не забрал. Так, садись за руль. Там, по-моему, еще две бочки есть. Ой, два ящика. А, нет, нету. Нету, ладно. Погнали. Вроде нормально, да? Ну что ж, отлично. Так, тут сейчас надо как-то автобус нам починить. Ах ты, блин. Все так просто. Ё-моё. Да? Ладно. Аккуратненько. Вот такие вот дела. Так, что у нас по патронам? Как он до сих пор держится? Кто бы знал? Так, лутик вот там наверху есть. Стоп. Мне жизни нужны, как воздух. У меня проблема. Так, вот это скидываем. Так,
А, во, переб... Вот как попасть на другую сторону, а я-то думал. Так, собираем, что тут есть. Блин, мне трава нужна зеленая. Так, здесь забрал. Все, я понял, как попасть на эту сторону, а я гадал в прошлый раз. Вот она, оказывается, дела. Так, и перепрыгиваем сюда. Отлично, отлично. Зато теперь я и ящик забрал. Да зачем мне очки действия? Дайте патронов. Не дают. Иди сюда. Оч! Тихо. Хеллин спрыгивает оттуда. Ой, Хеннеген. На говно. А, вот, во вторую стадию переходит. А вот это уже печально. Вот это уже печально. Ага, боезапас. Ну давай, иди сюда. Прыгай, родной, прыгай, родной. Вниз прыгай. Все, патроны закончились. Иди сюда, на говно. Так, я надеюсь, и своих никого там не пришит. Ничего, там бесконечные патроны. Иди сюда. Иди на говно. О, смотрите, руку скинул. Скинул руку. Все, готов. Добро пожаловать в клуб. А, игра... Да нет, контрольная точка сработала, ну странно. Здесь я в прошлый раз остановился. Так, ну что же, валим за этим Биркином. Да, печально, конечно, печально. Пришлось повторить, ну да ладно. Погнали. В общем, зато я теперь знаю про Шерри более подробно. Ждем Серый Мастер вторую часть. С удовольствием переиграю. Несколько раз. Следуйте за Дереком. Симмонсом. Так, уличный рынок впереди. А вот рынок мне не очень нравится. Преданный. Так. Здесь может сейчас все быть печально. Ладно, смотрим. Нам нужны с вами жизни. В принципе, видите, у меня есть три зажигательных гранаты. Это радует. Есть одна аптечка, и нам бы ее надо использовать, да? Выбора нет. И 9, в принципе, таких лечилок. Ладно, пойдет. Но нам надо еще. Так, курицы какие-то бегают. Интересно, если по курицам стрельну, дадут что-нибудь, нет? Бог его знает, да? Ладно, хорошо. Ух ты ж, блин, это что за тварь? Неприятности, да уж. Вот мне всегда не нравится вот в этих хоррор-играх, когда вот тишина такая, да, и ты идешь куда-то вперед, всегда тут, значит, впереди проблема. Так, слушайте, по курице можно стрельнуть, как в четвертой части? Яйца будут давать? Или в пятой? Да, стрельнуть-то по курице можно, но ничего не дали. Так. Бедные люди. Так, нам туда, да, следуйте за Дереком Симмонсом. Здесь посмотрим сначала, что есть. Опа, отлично. Эмблемка. Так, патрончики для автомата. Короче, что-то про Симмонса говорят. Засов с другой стороны. А, понятно. Короче, надо как-то это дело все будет сейчас открыть, да?
Засов с другой стороны. Ладно, а как открыть? Музыка такая нагнетающая, да? Не хотел. А, во! Отлично. А, также с другой стороны. Ага, слушайте, две двери уже с другой стороны. И здесь с другой стороны. Так, в ловушку, короче, загоняем, да? Ой-ой-ой-ой. Короче, пипец, двери все с другой стороны закрыты. Great. Three separate locks. Jesus. All right. Let's just figure out a way to open it. А вот и наши неприятности. What the hell? Guess that's why the whole street is on lockdown. Residents are trying to keep it out. Well, this one is different. That's a new trick. А вот и наши неприятности, короче. Так. Тут, походу, надо дробаш. Без вариантов. Три засова, да? На, говно. Так. О, отлично. This isn't working. How long are we gonna keep doing this? If we keep this up, we're gonna run out of ammo. Не, Дарт, я этого не помню. Я этого, к сожалению, не помню. Так. Короче, ладно, смотрим, что здесь есть. Печи какие-то. Очень бессмертная тварь, я так понимаю, да? Да, но от нее, в принципе, можно убежать. Поэтому сталкиваться пока не будем, патроны с ним тратить. Пусть Елена там, короче, все мутит. Эч, ящик мне забери. Да зачем нам очки действия? Нам нужны патроны. Блин, отдают очки, ладно. А, падла, зажал. Тихо. Валим отсюда. О, отлично. Один засов есть. Так. Вторая дверь, скорее всего, здесь. Опа, лестница. Секунду. Отлично, ключик. Так, еще два ключа. Опа! Развлекайся. Да не, не, о, их еще две, друг. Да ладно, блин. Так, ладно, я пока патроны тратить не буду. Они мне пригодятся, а то у меня их и так нету. Короче, пока дают бегать, бегаем. Так, что здесь есть? Лена, сюда, бегом. Так, скорее всего, второй ключик подберет она. На другой стороне. Давай, прыгай, девочка, детка. Готово. Не забываем, что у нас сложность, ветеран, блин! Ач! Валим отсюда нафиг. Так, а куда? Сюда или туда? А, наверное, туда надо было, блин. И зачем здесь прыгнул? Ё-моё. А, она нам двери открывает. Отлично, отлично. Ач! Да вот, блин! Так, тихо. Вот, отцепись от нас. Вставай, некогда лежать. Валим отсюда. Ой, падла, зажали. Так, она нам двери открывает, да? Ага, это хорошо. Так, один ключик здесь. Опа, тут у нас еще местность оказывается. О, отлично. Красненькая трава есть. Забрал. Так, что в сундучке? В сундучке очки. О, смотрите, какие рыбки. Прикольно. А-а-а! Можешь перепрыгнуть? Нет, не можешь. На, говно держи. Короче, придется патроны тратить без вариантов. Ой, смотрите, одни ноги оставили. Ач! Да ладно. Ок.
Леон, вставай, вашу... Так, понятно, короче. Типа встреча снова Немезидой. А, вот еще. А, закрыта дверь. Блин, бегом. Новая Немезида, да? Открой мне ее. Все, валим отсюда. Блин, добегался. О, смотрите, ну она, да, снайпу где-то взяла. Хотя я ее не давал. Так, отлично, вот еще один ключик здесь. Давай, быстрее. Ох ты, тварь, еще одна здесь. Так, третий ключ. А! Да ладно! На, говно. Так, тихо. Еще приходится бегать, лучик сразу смотреть, где есть патроны там или еще что-нибудь. А, нету ничего, тупик! Блин! Здесь нету ничего. Так, нет, есть ящик. Не зря высматривал. Уфтанак, да? Ага, понятно. Оп! Да, сейчас, короче, походу меня тут загасят. Так, а где третий ключ? 17 метров. 15. Опа! А здесь не пройти. А как? Ага, здесь не пройти. Так. Может быть, здесь... Нет. Здесь я уже был. Так, а как к тому ключу? Так, где-то, я помню, лестница была наверх. Может быть, через верх. Где она была, я не помню. Так. Походу, здесь, да? А, нет, не здесь. Здесь мы игру начинали. Ох ты, падла, зараза, ползут. Тихо. О, еще один бежит. А, их уже трое? Серьезно? Ух ты, блин, одни ноги, бегают здесь мясо. Так, ладно, нам, короче, надо как-то к этому ключу. Ну как? Нет, здесь я явно к нему не подойду. Это факт. За эти гады бессмертные. Да, Кирюха, привет. Бессмертные. А, вот, здесь я не был. Так, отлично. А, вот она, лестница. Вижу. Залазим. Там есть одна местность, где я неправильно тогда пошел. Скорее всего, там по верху надо обойти. Так. О, еще один ящик пропустил. Отлично. Так, вот здесь вот может быть. Не факт, что здесь. Хотя давайте посмотрим. Как-то надо на ту сторону перепрыгнуть. Нет, спрыгивать не пойдет. Ой, ты зараза, приползли, а? Так, погодите, а как с крыши на крышу-то запрыгнуть? Нет, это не та лестница, там другая была. Там была другая. Блин, а где та местность-то, а? Так, может тут как-то проход? Нету. Да, совершенно верно. А, ё-моё! Нет, все правильно. Все правильно, так. Рычаг не заметил в первый раз. Все, отлично. Елена, бегом сюда. Давай, ломай, блин, сзади! Есть, все, три ключа собрал. Убираемся отсюда нахер. Да ладно! Это что за хрень? Что за чужие игра? Так, мы хоть патрончики дали. Валим отсюда, блин, зажмурь, падла. Да ладно, ё-моё. Все, валим. Лена, живи, блин. Ё-моё, они все убили, по-моему. Так, может, успею. Все, взламываем, короче, двери. Лена, валим отсюда, иди сюда. Эх, ты ж, блин. Так, уходим. Ну, войди ты в дверь. Есть же.
Но это еще не вся проблема. Это еще не вся проблема. Так, тут что сделать? Ах ты, падла! Да ладно! На, держи. Да мимо, блин, ну как так-то? Ах, блин! Вот я слоупок не на ту кнопку нажал. О, вместе со мной съели просто-напросто. Напарника в соло-режиме убить невозможно, только в QTE, да? Блин, что, опять эти ключи искать? А, нет, контрольная точка сработала, отлично. Фу! Ты думал снова там бегать. Так, что-то, блин, занажал на LTLT, а надо было на RT нажимать. Ладно, бывает. Да, вот эти QTE моменты. Кстати, QTE моменты от сложности так же тяжелые. Да ладно! На, говно! На мясо. Нашерфоровали. Фаршик получился. Так, ну что ж, неплохо. По крайней мере, со смертью, да? В этой игре боты бессмертные. А, бессмертные боты? А, ну ясно. Так, слушайте, а можно тут немножечко почитать? Да, можно, только это ничего толку не дает. Я думаю, мы еще с этими монстрами встретимся в игре, да? Не все так просто. Как хотелось бы. Уходим. Ада. Ада. Ada! Идем, надо найти ответы. Да! Обалдеть. Так, смотрим, что здесь есть. Найдите Аду Вонг. Я думаю, сейчас мы ее найдем, и она нам расскажет пару интересных секретиков, да? По крайней мере, это... Мне хочется думать, что это так. Так, нам сюда или вниз? Shit, it's locked. Заперто. Другой путь, да? Ну что ж, вперед другой путь искать. Так, тут у нас что? А, вот дверь, вижу. Она красная, best friends. Красный цвет, да, вот. Она всегда была в красненьком. О, вот это мне не нравится. Так. Так, держите для ускорения. Рывок в рывке. А это кто говорит? Крис? Да ладно! А-то... О! Бегом. Это как в Resident Evil 1, да? Ох, не получилось. Ага, понятно. Крис Редфилд там, я вижу, по-моему. Свалили куда-то. Да блин, ну сколько можно жизни-то фейлить? Да... Все, наконец-то. А можно здесь побегать? Погодите секунду, это все дело посмотреть. Да, можем. Тут даже можно что-то нажать. А, это укрытие. Смотрите, красиво, да, сделано? Так, я думал здесь... Вот эти твари, да, которые бессмертные.
Офигеть. И о том, что она красный никогда не поменяет. А вот посмотрим, посмотрим. В дальнейшем будет видно. По краю. Вон она, наверху. А, да вон. Ладно, все, короче, убегаем. В игре, оказывается, можно бегать. Я даже как-то особо не занимался этим никогда. Да, у нас нет времени. У нас никогда нету времени. Всегда опаздываем. Особенно в этой игре вообще передохнуть не дает. Действие за действием. Лена, бегом. Так, нам с вами жизни вот нужны. Зеленая трава. Блин, нет, я птичку понатратил. Так, это что за закрытая дверь 0? Опа! Смотрите, сколько лучше. Ну дайте нам патроны лучше. Мне эти очки нафиг не нужны. Вот патроны, это хорошо. Еще бы траву бы зеленую. Прекрасно. Прекрасно, птичка. Хотя бы такую. Не помешает. Ну? Мне она также не по душе. Любимый персонаж, да все нравятся. Все съедобно, как говорится. Но вообще, как бы Джилл мне и Леон более такие харизматично нравятся персонажи. Как тебе была встреча Шерри и Джейкоба? Просто прекрасно. Босса убивали. Причем два раза я его убил. Не сохранился. Так, а что нам делать надо? А вот там я, по-моему, вижу Криса и еще какого-то чувака. Да-да-да, если я не ошибаюсь, это из компании, да? Мы здесь четвером, отлично. Так, что нам делать? Заперто. Locked. Не ожидал, что... Testing for prototypes. Ada! Ох ты, блин, а это что такое? Вы шутите, что ли? Можно только побыстрее, пожалуйста. Патронов нету. Что там случилось? Просто игра у меня не сохранилась. Пришлось два раза переиграть. Я не знаю почему. Да блин. Да я ж тут сейчас все патроны потрачу. Пойду за ногу. Security breach detected in room zero. Так, короче, подпускать нельзя. Security breach detected in room zero. А, патроны закончились! Да твою за ногу! Security breach detected in room one. Ну ладно, ты за это ответишь. Security breach detected in room zero. Давай, давай, взламывай, взламывай. Отлично, блин, столько патронов профукать. Да, да, совершенно верно, так и было. Смотрите, куча, сколько здесь всего, а. Но мне не нужны очки, мне нужны жизни. Вас за ногу. Жизни нету. Так, ладно, валим отсюда. А как... А, вот. Смотрите, местность какая. Я представляю, какой сейчас здесь будет босс. Okay.
Контрольная точка. То есть контрольная точка — это еще не сохранение. Так, бежим за ней. Видать, на перегонки надо раньше прибежать. Ох ты ж, блин. Так, Келли, надеюсь, за нами бежит, нет? Roger. Hey. Okay. Бегом, бегом. Смотрите, аж вспотел весь. There she is. Cut her off. I've got her. Put your gun down, Chris. She's a key witness. We need her. A witness? She's the one who did all this! No, it wasn't her. It was Simmons, the National Security Advisor. I lost all my men because of her! And I lost over 70,000 people, including the President, because of Simmons. She's working for Neo Umbrella. You know what that means? Yeah, I do. And you're still going to protect this woman? I am. Same thing here. All right. The BSAA will handle Ada. You take care of Simmons. Нежданчик такой, да? I know you'll do the right thing. Are you sure we can rely on him? He's been in this as long as I have. I trust him. All right. Come on, let's find Simmons. Следуйте за Дереком и Симмонсом. Да, да, согласен, сложные взаимоотношения. Ну что ж, друзья, обалдеть. Так, смотрим, короче, куда нам надо. Нам надо сюда. Сперва пособираем здесь, интересно, какой лучик. Так, есть, да, еще одна аптечка, это радует. У нас уже их две, а то прям совсем что-то печаль, бедаль. Сейчас вообще путаница будет по этой аде. Да, замутили что-то. Ладненько, кто смотрит записи, на этом серию прервем. Всем спасибо за просмотр. Оставайтесь на канале, увидимся в следующей серии. Ставьте пальцы вверх. Всем до встречи. Пока-пока.